Доброго времени суток, друзья, с вами Михаил, и сегодня мы будем начинать проходить игру, одну из самых страшных игр под названием Outlast. Вот, если честно, не очень хочется в нее поиграть. В нее я уже играл, я ее не проходил, просто играл чуть-чуть со знакомым своим один раз, как-то в 2014 году. Ну, играл я в самом начале, но я как бы с компьютерами нехорошо был знаком, как бы я так игроманией не увлекался, и я пройти ничего не мог, и я в нее не стал играть. Но сейчас как бы я ее уже нормально смогу проходить, вот. И вот на днях я тут запускал, пытался чуть-чуть поиграть, ну тоже в самом начале. Короче, 90% игры я полностью не знаю. Так что если я буду тупить, вы это не серчайте слишком. Обзоры никакие я на нее не смотрел, просто слышал, как друзья говорят, что она очень жесткая. Ну, посмотрим. Но я сразу говорю, испугать она меня не сможет, потому что я в реальной жизни видел места страшнее, чем вот этот Outlast. Ну, я не знаю, я в нее не играл. Может быть, она дальше там будет развиваться и выведет меня из рассудка, и я буду просто в бешенстве орать от страха. Ну ладно, шутки это, конечно, все. Давайте начнем. Если честно, вот сейчас такая атмосфера шикарная, потому что я целый день был занят, только вот сейчас освободился, у меня сейчас 11 часов вечера, почти ночь уже, но темнота полнейшая, ничего не вижу и не слышу, кроме игры, так что обстановка, атмосфера плюс 100 сразу. Ладно, давайте уже начнем. Так, ну, новая игра. Да, давайте на нормально, потому что я как-то не особо. Так, в игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой репортер Майл Апшер. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Интересно. Одно из таких мест – психиатрическую лечебницу Mount Massive. Можно смело называть адом на земле. Ну посмотрим, что это за ад. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Mount Massive невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Да, мне очень не понравилось в этой игре, потому что драться нельзя. Придется бегаться, гаситься от всех как-то. Ну, в принципе, да, вот от психа. Вот представляете, его ударишь по голове со всей силы, ну, голову пробьешь, а он... Ну, если физически устоит, он даже не будет бояться того, что его убьют, еще будет на тебя бросаться. Вот. Так что да, но вот все равно физически, это же психи и люди. Их можно как-то вырубить и дальше, например, бежать. Понятно, что у них сопротивление и мораль, и устойчивость к болевым каким-то ощущениям. Ну, раз безбашенные полностью. Огромное, но все же. Можно было как-нибудь хоть их побить было, какую-нибудь арматурину в них кинуть или еще что-нибудь и бежать. А тут просто надо гаситься. Ну, это ладно, я не придираюсь. Ну, хотя нет, придираюсь. Тут можно что-нибудь такое вот было сделать. Не драться, например, с ними, а что-нибудь в них кинуть или как-нибудь. Ну, посмотрим, давайте начнем. Не могу, хочется этой атмосферой пропитаться. Сейчас буду игрой жить прямо. Поехали. Майкл Апшер не боится. Посмотрим, как он не боится. Так, что делать? А, вот. Прошу. Не до конца выздоровел, как бы. Надоело болеть, честно, но уже лучше. Keep all passengers indoors between the hours of 10 and 3 in the a.m.
Так, ну вот мы и приехали, осталось взять только все свои вещи. 17 сентября 2013 года. Тема. Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков. Wound Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю. Я не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, что они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Да, именно поэтому я и тут. Так, что-нибудь интересное буду снимать на свою камеру. Тут же у меня установлен режим ночного видения. Вдруг, ну, где-то по подвалам придется бегать или освещения не будет. Так что все будет хорошо. Вот. Главный герой нам только что это продемонстрировал. Ну ладно, давайте посмотрим. Все-таки вот как мне приятно сейчас вот играть в нее. Красивая клиника. Ну и что, тебе тут страшно, что ли, будет? Да я не думаю. Так, сейчас, извините, я управление не помню я. Ну, так, ну вроде более-менее так вот как-то играет. А что, снимать-то можно, да? Может, снимает вроде. Так, ну все вроде бы. У нас только камера, вот наша машинка. Интересненькая такая машинка, это джип. Ну, марки джип вроде. Такой вот вечерний, или это он утром приехал. Воздух подышать хочется. Ну психушка, да, вот камеры, колючая проволока. Ну давайте посмотрим, что там происходит. Надеюсь, меня психи не убьют. Но я с ними как бы конфликтовать не буду. Наш главный герой такой сейчас самодовольный, он психически как-то поборол себя, не боится ничего, в такое место идет. Все говорят, не ходи, зловещее место, ты что? Да ты живым оттуда не уйдешь. Да ты потому что от страха умрешь-то там. Не то, что тебя кто-то убьет. Так, куда нажать? Блин, а вот так вот. Да броню это все. У нас туман какой-то небольшой. Ну ладно. Так. Ну чё я тут, я говорю, я чуть-чуть играл, тут... он лечь даже может, по-пластунски ползать. Тут везде закрыто, если я не ошибаюсь. Но я потому что не везде был. Ну, вроде как... Вроде как вход там. Туманное такое. Вечерок или утро. Ну что мы сразу видим? Это машина спецслужб. Специальная военная техника. Так, ну вот главный вход. Да, Mountain Massive. Ну, дверь заперта. Да. Ну тут как-то, я помню, куда идти надо. Тут можно через окно, в принципе, пролезть. Вы психи, что ли, выломали? Так, тут еще есть дверь, которую я тоже, давайте посмотрим. Не открывается. Так, что у нас тут? Фонтанчик красивый. Красиво, да, все-таки? Архитектура такая больницы, как замок. Но здоровая должна быть больница-то. Раз вся игра там разворачивается, или я ошибаюсь, я... Еще раз повторяюсь, я не знаю, потому что я... Никакие обзоры не смотрел, игру не интересовался. Так, оп. Так что я не знаю, что тут... Как бы... Будет дальше, я всего лишь начало только вам могу повествовать. Начало знаю. Горы.
Спасибо. Ну ладно, пришлите. Не будем медлить. О, кошечка. А вот мы и тут. Ну, я вот так и сказал, что это самое. Если с освещением проблемы, возможно, будут. Крови столько, слушайте, ужас. Чё, психи, что ли, дрались? Или что тут происходило? Даже не знаю, людей. Ну, психически больных, что-то как-то издевались над ними. Били их. За неподчинение какое-нибудь, я не знаю. Так. Что за бардак, кавардак какой-то. Ну давайте более вглубь пройдем больницы. Ну слушайте, уютненько так, смотрите. Тут нерабочий телевизор. Кто-то орал. Ну что скажешь-то, психи же. Естественно, оры, крики тут будут слышны. Так. Надеюсь, меня сейчас не убьют. Какой-нибудь псих. Но если честно, в реальной жизни не особо мне приятно тут ходить было. Потому что, какой-нибудь псих вот так вот залетит и тебя обидеть начнет. Ну, с автоматом, может быть, и прошелся, но да и то. Как-то батареечка бессмысленная, как бы рисковать жизнью не хочется. Ну, у нашего главного героя это статус такой, в принципе, он уже статус заработал. Что он такой вот самоуверенный, вот такой терминатор. Ну, которого не пугает. Вот такие вот вещи. Вот смотрите, пули даже тут стреляли, что ли. Ужас. Может, это, кстати, спецслужба и стреляла по психам вот. Мы же там видели с вами вначале, как у главного входа-то военные машины. Вот, видимо, по психам и стреляли спецслужбы или что. А что, они нападали, что ли, на них, или... Не знаю, какие тут странные психи. Ага. Ну ладно, давайте посмотрим все-таки. Не будем это самое угадывать. А будем... исходить только из фактов, увиденных нами. Так, ну какие-то бумажки. Давайте почитаем, что написано. Так, кнопка J, сейчас посмотрим. Ага. Психиатрические исследования Мерков. Проект Валеридер. Лечебница Маунт Мессив. Дело номер 174. Пациент УПХ Билли. Дата консультации 14.10.12 год. Первичное обращение 12.04.09 год. Возраст 19 лет. Полмужской. Фига себе, на 2 года постарше меня. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем 4-ю стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритоциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку. Единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер. Ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования Мерков, проект Валеридер, лечебница Маунт Мессив. Ну, интересные бумажки, что наш главный герой это как... Ну, небольшую такую улику себе, да, забрал. Да. Блин, не ту кнопку нажимаю. Кто-то закрылся. А, это туалет, что ли? Прошу извинить меня, болею. Ну ладно, пошлите, где открыто. Надеюсь, если мне сейчас какой-нибудь псих попадется, он на меня не нападет. То как-то не хочется тут от них убегать. Ну-ка, что такое интересное? Тут вкусное лежит.
кишки, что ли, чьи-то? Или говно это вообще кровяное? Так, кровь. Капает, кого-то убили. Ну, сейчас посмотрим, что тут происходит. Так. А что сюда, если пойти будет? Надо же так делать. Ух ты! Не был никогда. Ну, давайте я все-таки не буду тут выжидать сидеть в засаде часами. Я думаю, и так много чего интересного мы увидим. А, псих буйный кого-то это стукнул. Не видно мне пока что, мало что видно. Так, ну давайте слезать. Ну вот там. А, блин, не ту кнопку нажимаю. Так, ну тут кавардак. Ну тут дверь, в принципе, есть. Сейчас посмотрим, что такое было. Так. Повесили, что ли, его? Или что такое произошло-то? Головы нет. Ну, либо это над психами издевались, либо психи над друг на друга. Ну, сейчас выясним, я не знаю. Вот еще один повешенный тут висит на веревочке. Без головы. С какими-то этими самыми руками, что ли, это, исхудавшими. Ну, тут вот так вот плохо видно, у него фонаря, если я не ошибаюсь, нету. Только камера. Че он так дышит, ему что, страшно, что ли? Труп увидел, испугался, нифига себе. Да раз ты такой человек слабонервный, зачем ты вообще-то пошел в это место тогда? Тебя же главный герой предупреждали, что тут такое будет? Блин, как-то я к камере небрежно отношусь уже. У меня зарядка садится. У меня батарейки-то нет, надо побыстрее как-то идти. Ну просто хочется обсмотреть тут все. Вот лапка вот, например, лежит, тоже немаловажно все. Вот лапы разорванные. Вот какие-то эти самые. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. С ними нельзя порваться, прячьтесь. They unlocked the doors from security control. Может, я мужик снять с скалы-то этого или... Или бесполезно уже все. Сейчас. Смотри за меня. Да, ну что, его на кол, да, посадили? Ага. Спецназовец, грубо говоря. А это что, его друзья, что ли? Тут что, психи, что ли, это? Людей вот так вот дерут, что ли? Нифига себе. Головы. Да, ужасная картина. Ну ладно, давайте батарейки у нас. Мало батареек, не будем тут как бы все осматривать досконально. В принципе, мне кажется, по ходу игры мы тут много чего интересного успеем увидеть. Так что все подряд осматривать. Батареи не хватит. О, вижу. Мясник какой-то ходил. Ну, по крайней мере... Да главный герой, успокойся, ну, чё, тебе страшно, скажи мне. Я не понимаю. Там еще написано самый смелый. Ну извините. Ты должен был готовить к этому. На войне также, да? И труп можно увидеть. И кровь. Тут я не был. Блин. О, батарейку нашел, в принципе, хорошо. Чем больше батареек найдет, тем больше можно будет посматривать, как бы, что-нибудь тут интересно. Лапка тут лежит. Ну, психи, чё?
Только я не понимаю, как больница до такого дошла, но я надеюсь, мы об этом узнаем. Так, тут закрыто. Так, вот сюда какой-то мясник ушел. Сейчас мне убегать, наверное, от него придется. Может быть, не придется, я не знаю. Вот это кто это? Это пациенты, что ли? Ну, скорее всего, да, вот по взгляду видно. А сейчас думал, может, какие-нибудь, ну, деятели, которые обеспечивали как бы финансово, как бы создавали, строили вот этот психиатрический диспансер, или как он называется тут, этот Роу Мессив, или как он называется тут. Ну, больше на психов похоже. Жалко, мне тут пистолета или автомата нет, я бы сейчас спокойно ходил вот так, и кто бросится, я просто в голову выстрелю. Вот вот такого вот, придурка. Давай по голове ему бей. Сбросил, гад. Ты, надеюсь... Я репортер, не бей меня, я... Я... вас не трогаю. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Новая цель. Выберитесь из лечебницы. Откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Так, теперь наш главный герой хочет уже... Все, да ну нафиг. Это расследование, я из психиатрической... Ну, из нее ухожу. Ну, все понятно, нам сейчас нужно тупо отсюда свалить, и игра закончена. Так, че? Показалось, что у него рука в крови была, когда он прыгал. Да нет, вроде. Да, уже перепугался, а я бы еще тут походил. Ну, нашествие психов, что ли, было? Они как-то из своих клеток выбрались или... Ну, ой, клеток. Палаты поубивали, что ли, всех? Ну, такие какие-то уж совсем психи сели. Какие даже не психи, а маньяки. Головы отрезанные у людей. Все в крови, они их просто вот стекло вот разбили и просто их резали там. Кишки им выпускали. Но все-таки... Уж какие-то не совсем лечебницы. Какой-то притон маньяков тут был. Да вот так бы я сказал. Вот какую-то заметочку почитать можно. Может быть, конечно, у меня такое предположение. Тут какие-нибудь биомедицина использовалась, им какие-нибудь эксперименты проводили над ними. Например, какие-то солдаты из них, ну, всякие вакцины на них пробовали, на этих... Как и на тюремщиков дело, как и на больных людях, и они либо мутируют с нее, либо умрут, вот, например, так. А потом, если, например, ничего с человеком не станет, у него только силы появятся немерено, то и солдатам можно в армию такие же препараты давать. Вот, может быть, тоже научные эксперименты над ними ставили. Вот как в Сталкере, например, там же тоже что-то такое вот делали, появились мутанты, контролеры там всякие, животные тоже мутировали. Но это отдельная тема, в Сталкер мы с вами еще тоже поиграем. Давайте почитаем документы. Так, наш... Ну так, вот вроде сюда надо нажать. Так. Корпорация Мерхов. Подразделение в США. Ордер на арест имущества. Дело... Ну, номер я не буду читать, мне кажется, вам это неинтересно будет. Относительно ареста имущества. Психиатрический центр Mount Massive. Вот, я задавался вопросом, что это за место. Вот, психиатрический центр Mount Massive. Психиатрические исследования Мерков, район пустыни Mount Massive, государственное шоссе 112. Ну, мы где-то такой в пустынной зоне находимся. Ну, в принципе, я видел город, он, ну... Так, ладно, давайте почитаем. Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслуживающим доверия агентством безопасности Мерков, АБМ. Катастрофические нарушения в работе системы безопасности. Заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основания для выдачи данного ордера. Данным документам предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых истоков и требований к корпорации Мерков и ее дочерним
компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, которых они были необходимы. Невзирая на последствия. Интересно. Что ж тут такое происходит, раз целые отряды спецназа, посланные, ну вот, я ордер только что нашел, посланные как бы взять под контроль вот это место, все погибли. Да не то, что погибли, у кого-то головы нет, вот того вот мужика, мне кажется, он лидер ихнего отряда был почему-то. На кол посадили, кому-то голову оторвали, кишки выпустили, жрали, может, даже это, я не знаю. Посмотри, голов нет, все. Ну, серьезно, больные люди. Притон, это не психиатрический этот самый. Диспансер. Ну, или центр, как вам удобнее будет. Это притон маньяков, я уже говорил. Ну, может быть, конечно, да, на них какие-нибудь опыты ставили, агрессию в них повышали, и вот какой-нибудь сбой произошел. Что часто бывает. И вот такое произошло. Ладно, давайте с вами... Так, ну, в принципе, даже не знаю. Но давайте с вами продолжим уже в следующей серии, потому что сейчас... Я не знаю, как бы заиграемся, и время быстро пройдет. Ладно, спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь. Ну и смотрите дальше. А мы увидимся с вами в следующей серии. Всего доброго, не болейте, как я.